Уважаемые жители Свердловской области, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Провожая Старый год, мы вспоминаем его самые светлые моменты. Вместе мы добились многого, и нам есть чем гордиться. Сейчас в Свердловской области появляются современные производства, создаются новые рабочие места, строятся жилые микрорайоны, школы и больницы. В 2016 году мы сохранили лидерские позиции по большинству важнейших показателей – объему промышленной продукции, обороту торговли, вводу жилья. Выполняются майские указы президента России. Уважаемые жители Свердловской области, мы с оптимизмом смотрим в будущее и верим в лучшее. Каждый из нас понимает, что благополучие не приходит само по себе. Оно достигается трудом и упорством, верой в свои силы, в своих земляков, в свой край. Мы вместе создаем новую историю Свердловской области, новое качество жизни уральцев. Новогодние и рождественские праздники – это время для семьи, для родных и друзей, когда можно сказать своим домашним, как мы благодарны им за понимание и помощь, за любовь и заботу. В будничной суете мы редко это делаем. Но ведь именно поддержка близких людей придает нам уверенность в себе, желание побеждать и добиваться большего. Желаю вам, дорогие земляки, счастливых и добрых новогодних праздников, здоровья, благополучия и процветания. С Новым годом и с новым счастьем, уральцы!